Всем привет, меня зовут Ангелина Тими, и я в Москве. Да, я это уже говорила, и угадайте, куда я еду. Знаете, люди приезжают в Москву, едут на Красную площадь, в рестораны, в парки. Я еду в поликлинику уже второй раз. Вот такая она жизнь, когда тебе 23. 19 сентября в Москве. Я в водолазке. Пальто и холодно даже мне. Ну вот так, девочки, как-то winter. Посмотрите на это. Так выглядит моя любовь в женском виде. Такая атмосфера здесь интересно. Это мое. Герман называется. Обзор, пожалуйста, Кей. Да, он один из лучших. У Кати что-то тут интересное. Это медовик. С орешками. Да, это медовик. У меня капучино на банановом молоке. У Кати? У меня латте. На? На обычном молоке. Такая скучная. Такая красивая. Что за эстетика в этом кадре? Улыбайся жизни, и жизнь улыбнется тебе. Вот. Слушай, жизни, будь счастливым. This is our happy place. Вот такая обстановка. Почти мы вдвоем здесь. Очень красивая женщина. Хочу комплимент тебе сделать. Спасибо. И одежда у меня необычная. Она вся такая. Вам покажу ее полностью. У нас почти одинаковый опыт. Да. Смотрите на нее. И плащ у нее красивый. Ну просто сейчас комплименты в твою сторону. Что делать? Даже не знаю, что говорить. Так выглядит человек, который выпил в своей жизни самый вкусный капучино на банановом. Боже. Я не люблю обычное молоко, не употребляю его. Но капучино на банановом молоке. Попробуйте. Если по Москве, я скажу даже знаю где. Ну вы поняли. Она была счастливая. Счастье. Что? Видео? Вот такая сгорелая. Милашка. Такая атмосфера на Руси. Еле пьет вот что. Смотрите. Я bad girl. Обзор на адреналин раш. Тот момент, когда у тебя нет детей, но ты уже совершаешь, не знаю, какую покупку для малышей. Быстро покажу вам. Вышла из душа, собираюсь в гости, где будет малыш. И хочу вам показать, что я купила. Детский шопинг. Да. Во-первых, купила вот такой комплект. Мне кажется, прикольненький. Здесь пенка и шампунь. Детский косметический набор. И выглядит так по-детски ярко. Думаю, будет прикольно. Так, давайте вам покажу. Вытаскиваем. Ну, и как я делала с девочками, так я делаю с мальчиками. Это такой, знаете, база всех баз. То, что действительно нужно, я считаю, это носочки именно 5 пар. Здесь у нас уже с машинками, да, то есть всех цветов. Такие вот серенькие, минимализм мне очень нравится. Baby Go, вроде бы все должно подойти до года. Прекрасно, то, что надо. Вот.
Я бы была рада такому подарку, потому что, мне кажется, они, как и у взрослых, теряются. Да, вечно нужно подбирать под образ определенный, под обувь. Ну, то есть, почему бы и нет. Так, следующий у нас это вот такая вот маечка, да, чисто такая мужская майка. А, брала я в детском мире, если кому-то это интересно. Вроде бы так, на 80, ну, должно быть подойти. Она разговаривала. Мне кажется, супер. Уже такая довольно габаритно большая. Габаритно большая, это так определяется размер вещей для детей. Прикольно. Тоже думаю, на лето будет норм. Ну, и так как скоро у нас зима. Кстати, я обожаю эти шапочки. Что для девочек, что для мальчиков. Показываю вам. Боже, во-первых, темно-синий. Мне для мальчиков очень нравится. Темно-синий, серый, да. Это очень... И такой синий прям мне очень нравится. Так, что у нас здесь? Как всегда... Угу. Трудно понимать мне размер головушки детской, но как уже есть. Вот такой, мне очень нравится. Я бы даже своему ребеночку такое купила. Эти ушки, это очень мило. Ну и последнее, что я приобрела. Тоже базовая вещь для настоящего мужика. И выглядит эта базовая вещь вот так. Угу. Значит, 86 сантиметров, 12-18 масс, то есть год-полтора. Тоже, мне кажется, на какой-то день рождения, да, на какой-то, возможно, на какой-то праздник или просто для фотосессии белая рубашка нужна. И самое такое, что есть и бабочка, бабочка снимается, то есть ее можно комбинировать с другой рубашкой, либо вообще снять. Ну, как бы, мне кажется, очень красиво. Такое плюс-минус все базовое, да, чтобы вроде бы и подходило под все, но и интересно. Вот такие покупки для маленьких человечков. Уберем тот факт, что на мне самое лучшее пальто в моей жизни, мини-мечту детскую, и выглядит она так. Она была вся в черном, ей было 95 лет, но она любила хаги-баги. Descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it.
I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior, inferior. You know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble.